В жизни модельной центральной районной библиотеки прошло яркое весеннее событие. 20 апреля состоялась всероссийская социально-культурная акция «Библионочь-2019» под лозунгом «Весь мир – театр». Поэтому библиотечный вечер был посвящен театру и назывался «Магия книжных кулис». При входе в библиотеку гостей встречала мудрая сова, а в фойе на выставке продажи желающие смогли не только рассмотреть, но и приобрести разнообразные изделия ручной работы и книги. Традиционно в этот вечер гости поучаствовали в играх и квестах, разгадывали загадки и проверили свои знания в викторинах. Особый интерес у присутствующих вызвали выставка «Предметы декоративно-прикладного искусства коренных народов Сахалина» и просмотр буктрейлеров по сюжетам нивских сказок. Нивчанам мы привезли историю, культуру, мы привезли фольклор, мы привезли нивские игры, мы привезли музыкальные инструменты, мы привезли наигрыши на этих музыкальных инструментах, выставку декоративно-прикладного искусства, привезли мастер-класс по куклам нивским. Зрители познакомились с декоративно-прикладным искусством нивхов, уильта и нанайцев, рассказали об истории, культуре и верованиях северян. Куколки, которые представляют костюм, нивский костюм из рыбьей кожи, вот они, торбаса. Даже если заглянуть, там тоже есть и ноговицы, торбоса из рыбьей кожи, и у девушки шляпка. Следующей площадкой стал занимательный квест театральный. Он собрал участников, которые азартно искали код, который был спрятан в книгах. Ну, стоп, молодец. Молодец. Сначала дерево. Начало деревом зовется. Конец, читатели мои. Здесь книги целая найдется, и в каждой строчке есть они. В зале Центра доступа к электронным ресурсам царил актерский тренинг. Увлекательным и забавным для юных посетителей «Библионочи» стал мастер-класс мыловарения. Тебе какой цвет надо? Сколько хотите? Ну, то есть, чтобы был нужный цвет для вас. Желтенький. Набирай прям на палочку, да, прям не бойся. Хочешь этот цвет? Хорошо, поспортаем. Размешивай. Это пигменты, да. Именно для мыла. Сейчас сделала мыло в виде короны. А почему ты выбрала мастер-класс именно по мыловарению? Просто было интересно. В рамках «Библионочи» с аншлагом прошла логическая игра «Полная ребусня». Любители разгадывать ребусы, объединившись в команды, с увлечением погрузились в мир разгадывания головоломок и запутанных вопросов. Кто догадался? Невесомость! Невесомость, конечно же! Ух, ребят, как отрадно видеть на самом деле, что вы уже с первого раунда взяли такой прям вот темп. Отлично! Что атмосфера! Дальше? Атмосфера, конечно! Ребус номер 4! Отбито! Все отгадали, правильно! Городская детская библиотека подготовила не менее интересную программу для ребят. Мальчишки и девчонки соревновались в батле эрудитов, посетили территории интеллектуальных развлечений, поучаствовали в различных мастер-классах и в других сумеречных забавах. Ребенок захотел поучаствовать в мастер-классах, сделать куклу-марионетку и спеть песню в караоке. Нам очень нравится, ребенок доволен, он делает поделки. Все хорошо, молодцы, спасибо, что организовали такой праздник. Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь-2019» привлекла в библиотеку не только новых читателей, но и показала, что библиотека – это центр культурной жизни. Ведь книга делает нашу жизнь ярче, заставляет фантазировать и искать ответы. Она, как дверь в волшебный мир, дарит нам радость каждый день. Елена Стрелкова, Александр Стрельников, Невельские новости.